Колькасць зваротаў знізілася. У Верховным суде Республікі Беларусь адбылася штогадовая рэспубліканская прэс-канферэнцыя, прысвечаная работе сістэмы судоў агульнай юрысдыкцыі за мінулы год. У вазе СМІ дадзеныя аб выніках дзейнасці, а таксама новыя стратэгічныя напрамкі развіцця судовай сістэмы. Фармат відэаканферэнцыі дазволіў задаваць пытанні ў прамым эфіры. Скажем так, руководитель юридического лица той или иной формы собственности неоднократно дает взятки в интересах представляемого субъекта различным должностным лицам или даже одному должностному лицу на регулярно. Верховный суд последовательно нацеливает нижайшие инстанции на обеспечение доступности правосудия для граждан, правильный и своечасовый разгляд справ. По выниках минулого года можно констатовать, что судовая система Гомельской области достойно справилась с поставленными задачами. Наблюдался незначительный, где-то порядка на 5% уменьшение количества общих обращений в суд. При этом где-то на четверть у нас увеличилось количество дел о признании должников банкротами. 17 предприятий проходят санацию. Все предприятия показывают положительную динамику. Мы сохранили производство, сохранили трудовые коллективы. Нареканий со стороны людей же нет, жалоб нет.